think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Наконец-то добрался до компа. Поспал так хорошенько, еле проснулся. После RDR. Сейчас играю больше в RDR онлайн. Поэтому меньше играю в БЗ. Сегодня на английском серваке стартовали топовые акции. Ну, я не знаю, или будет такое на русском сервере. Ну, Clash and Lights там есть, допустим, баллоны. Это все фигня. Поехали вот сюда. Дерево. Ну, на русском сервере, я не знаю. Это надо ждать, наверное, полгода, либо год, чтобы на русском сервере открыли это дерево. Но оно того реально стоит, потому что я в прошлый раз показал вам, какие были плюхи. Сегодня у нас уже добавили сюда донатные карты и сделали возможность больше выбора призов. То есть... Темы разные, какие хочешь на выбор. Вот монетки есть. Ну, монетки, карта. Остальное, в принципе, все у меня есть. Но вот монетки можно собирать без донатов. Да, там пятые камешки. Вот, вот эти камешки для прокачки. Такие камни. Потом тут коробка, сменка. Тут больше выбора уже идет. Тут 4. Ну, третья карта, кому надо. Вот такой вот выбор. Чуть не сделал сменку. Ну, поехали, посмотрим. Какой же все-таки шанс. На донатную имбу. Но не факт, что здесь выпадет, правда, что-то интересное. Видите, она идет в самом конце. То есть там порядка 16к надо иметь, чтобы вытащить вот эти вот все плюхи. Стоит ли оно того? Сейчас я вот специально оставлю ее. Что-то тупит. Плеер, сейчас мы его вот так вот чекнем. Я гляну, что у меня по картам есть. Я уже открывал на донатных. Вот у нас две карты. Так, у нас и места не хватает. Дожились. Такс. Вот у меня есть две Мэри Дуэлянт. Ну, хотя бы Мэри возможность. Возможность Барда словить. Сейчас эти откроем. О, ничего себе, два Феникса. Геть. Фоба. Ну, фобу и так можно было собрать. Так, поехали. Вот 3000 получается последняя попытка. Ну, такие плюхи для бездона, я считаю, крутые. Вопрос в другом. Вопрос в том, что 15 тысяч самоцветов и можно словить дуэлянта. Вот это вот больше всего самое печальное. Потому что, как показывает практика, где-то 70% здесь падает дуэлянт. Ну, то, о чем я говорил. То есть, если вы даже соберете там... Хотя, с другой стороны... Лучше потратить и получить дофигище, я считаю, расходников. Нету у нас Runaway. Smash and Win. Лучше получить такие расходники, нежели получить... А, видите, анимашка попозже, нам оно уже на почту пришло. Было бы прикольно, если бы было два. Ну вот реально, вот эти вот расходники, в принципе, не стоят этих денег. Если взять там, допустим, Apex камни, ну с того, чтобы я забирал, это, конечно же, в первую очередь монетку.
потому что за монетки потом можно добрать сумки Зефира. А вот видите, сейчас стало по-другому. Мне интересно. Если поставим первую монетку, потом вот это все. Она наверху получается. То есть первую награду, которую вы выбьете, она будет у вас последней. Можно и сэкономить, в принципе, кому монетки не нужны. Сейчас я собью, попробую. Хотя, в принципе, оно должно падать рандомно, все. Да, видите, меняется. Ну, давайте попробуем еще разок. Да, видите, то есть можно сэкономить 3000 самоцветов, если вам монетки не нужны, но мне кажется, монетка более интересна в плане того, что можно дособирать сумки Зефира с магазина. Магазинок, то есть намного интереснее будет дособирать. Вот опять дуэлянт, то есть шанс на дуэлянта, ребят, максимальный. Поехали глянем, что там на русском есть. Давненько я не забегал. Я сейчас говорю, в РДР залип, РДР намного интересней. Сладо бегаем. О! Плюс зомби играю, тоже классная игруха. И надо доната. Такс. Понятно все. Остров Авиар. Ну, на русском сервере нифига. Нифига не ввели. Интересно, что за найм редких героев, какие плюхи. 5 осколков Зефира. Да. Это серьезно, ребят. Это очень серьезно, очень жестко. Так, что у нас поехали? Еще немку чекнем. Там уже попропускал дофигища дней. Ну, в любом случае, кому-то, может, повезет больше, кому-то меньше. Но потратить 30 с лишним тысяч самоцветов на такую акцию, я считаю, это лучше, чем наролить непонятно что и непонятно что получить. То есть это однозначно лучше. Сумки Зефира. Заберем. Заберем все, что успело накопиться. Скоро акция закончится. Сумочки Зефира. Плюс 5 осколков. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Что у нас пиратик говорит? Тот же самый. Пакеты, пакеты они так не меняют. Нифига себе питомцев зафигачили. Красавчики вообще, смотрите, что сделали по питомцам. Вообще огонь. Да, неплохо, неплохо, кстати, сделали реализацию магазинки. Посмотрите на плюхи какие. Круто, круто, ничего не скажешь. Немка, как обычно, на высоте. Еще Тайваньку гляну. Что там интересного? Ну, по крайней мере, на некоторых серваках что-то делают. Но все равно это не спасает от того, что игра загибается. Потому что интереса нет. Они ни хрена не чинят ни баги, нифига не делают. Поэтому...
Да, для бездонного это хоть какой-то шанс, но вряд ли люди готовы или копили. Если это будет на постоянке, то, в принципе, я думаю, такие акции будут продолжаться, но доната неоднозначно теперь не получат от донатных игроков, потому что, ну, бессмысленно это все, если это можно получить за самоцветы, тем более у многих самиков дофига. Вот что-то на скачку, какая-то фигня, 300 самоцветов. Тоже кайфовая тема. Ну, нету монеток. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.